В соответствии с графиком закрепления областей, городов Астана и Алматы, за основными ресурсосодержателями нефти и нефтепродуктов по поставке мазута на социально значимые объекты и учреждения на осенне-зимний период было выделено порядка 464 тысяч тонн мазута по цене 32 670 тенге. На сегодняшний день все договора подписаны между ресурсодержателями и операторами областей, которые были назначены акиматами. В настоящее время уже отгрузка началась частичная. Ну, понятно, что она поступает по мере оплаты от операторов. Это вот в целом по мазуту. Сегодняшняя ситуация, значит, мы в этом смысле график весь довели до всех акиматов. У них у всех на руках имеется. Основные ресурсодержатели определены. По газу нормально, по южным регионам? По газу, да, пока нормально. У нас есть договоренности с Узбекистаном, сейчас дорабатываем. У нас до конца года есть договоренности по объемам. Значит, сейчас еще до конца не завершены переговоры по следующему году, имеется в начале, январю-февралю. Но до конца года есть, да, договоренности у нас.